вообще чудеса, как река любви плывет. Согласны, мужчины? Да. Единственное, что вам надо, женщины, научиться заплетать косички и подвязывать волос. 49 видов косичек, 49 видов платьев. А что вы думали? Эпоха волка, надо жить по правилам. Но вообще очень красиво, согласитесь. Да, вот очень. Это истинное торжество женственности, когда вы в таких красота. Настоящих льняных платьях выплыли. Как в сказке.